В рамках международного проекта «Память во имя будущего» было проведено международное социологическое исследование депортации в Казахстан 30-50-е годы 20 века «Общность истории», которое было инициировано Ассамблеей народа Казахстана и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества стран СНГ. Основная задача проекта заключается в ретроспективном сборе информации от непосредственных участников данного процесса, что позволило собрать уникальную информацию о судьбах людей, которые проживают в различных странах мира. Проект, из которого, в общем, и получился этот фильм, с самого начала затевался как проект, в котором главную роль отводится словам тех людей, которые попали под депортации. И сам проект – это проект в жанре устной истории, которая сейчас очень популярна и справедливо популярна в западных странах, но, к сожалению, в России, в Казахстане, вообще на всем пространстве СНГ она не заняла еще своего подобающего места. Забрали нас все, а потом и в 36-м году взяли, да и нас что, подогнали под воду. В общем, посадили нас, все детей, на подводу и увезли нас на станцию. Это было 40 километров от Житомира мы жили. Завезли нас туда, на станцию, разгрузили нас. Просто на полу, на земле, так мы в вокзалах, все дети, все спали. Так что было, какая-то одежа, простилали, так и спали. Потом погрузили у нас, помню. У вагоны не такие эти пассажирские, а вот такие товарники называли их, там скот возили в эти, там ничего не было такого. Это полка была, и ничего не было. Ну и везли нас, не знаю сколько, не помню сколько нас везли, суток не знаю сколько везли в этих товарных вагонах. Привезли нас в Красной Мир, Таинчу, станция Таинчу. Тут тоже нас на какие подводы разгрузили нас и завезли в Чкалову. В 1944 году, 23 февраля, жителей от нашего села Базоркино всех собрали в клубы и сказали, что вот будет какое-то торжественное собрание по случаю вот такого торжественного дня. Все мужчины там, по-моему, от 14 или 16 лет должны были собраться обязательно в клубы. Всех мужчин собрали и, значит, что-то им рассказывали о успехах там, прочее, ну, как по торжественной, по случаю праздника. Продержали их до часов 5. В 5 часов им сказали: ваши женщины сидят в вагонах, и составы стоят под Моздоком. Можете их догонять. То есть, пока все мужчины были в этих, на этих собраниях, они пришли домой, всем женщинам сказали: 3 часа на сборы. Собирайте все, что можете. Ну, как сможет, там было ограничение. Вот мать моя рассказывает, что 2 мешка муки она взяла. Ну, и там детский, у нас только один был ребенок. Моя мать с отцом недавно, ну, в 43-м у них родился мальчик, ну, где-то годик был или не был ребенок. Один ребенок был. Это вот моим повезло, что они молодые, и ребенок был один. Ночью приехали грузовики скрытым верхом. Меня, моего отца, всю нашу семью погрузили в грузовик. Всех отцов и всех парней отправили на войну с немцами. Остались только дедушки, бабушки, дети и женщины. Кто будет сопротивляться? Ничего не говорили. В грузовиках с двух сторон сидели солдаты с автоматами.
У нас были две коровы, а когда тронулась машина, они побежали за нами и мычали. Тогда я сказал: «Аба, Аба». Мы мать называли Аба. Это я говорил плача, мне ведь было всего 5 лет. «Аба, смотри, наши коровы бегут за нами». На это мама мне ответила: «Сынок, не плачь. Сейчас придет наш сосед, дядя Алексей. Он отведет наших коров в сарай и привяжет их там. А когда мы вернемся, мы заберем их обратно». Утром в 4 часа 3 солдата зашли. «Давайте собирайтесь». «Куда собираться?» «Все взято». Растерялись, дрожим. Кое-что кушать, что-нибудь. Депортация, принудительная миграция – это одна из любимых игрушек диктатора, как я назвал это однажды в одной из статей. Одна из самых распространенных в российской и советской репрессивной практике мер наказания, репрессивной политики. Человека выселяют, человека депортируют не потому, что он, Иван Петрович Иванов, сделал то-то, то-то и то-то, а потому, что он, Иван Петрович Иванов, относится к тому или другому контингенту, потому что он кулак, или потому что он казак, или потому что он чеченец, или потому что он кореец. Там начали спрашивать, кто куда, а ведь представьте, тогда даже мы не знали Шартанды, а буквально там 500 километров Караганда, а отец там в Карлаге сидит. Ну надо же так. Вы представляете, враг народа, он сидит в тюрьме, а здесь его семья с 3 детьми. И еще раз говорю, это когда говорят, чиновники говорят, я плевал на это дело, надо только испытать это состояние, это чувство. Как можно? Не имея ничего, имея только стремление к жизни. А ведь мама потом была на мосту, на Амуре, однажды хотела броситься. Военные годы, сами люди голодные, холодные. Вот. Ну, несмотря на все это, вот я помню, еще был маленьким, например, приходишь, жили семья казахов, там Коржун Тамдыйда. Вот, одной стороны жили, отдали туркам, одной стороны местили сами. Хлеб делили пополам. Без помощи местного народа мы бы не выжили. Если сказать, что во время войны в Советском Союзе погибло на фронтах где-то около 9%, я считаю, 9%, да, а при репортации турок-мескотенцев погибло 30% населения. Как это можно назвать? Как это можно? Как это сейчас? Я не знаю, сейчас люди во время, когда ехали в вагонах, люди негде было, уже у них слез не осталось. Потом я, когда был маленький, помню, соберутся дома, рассказывают. И начинают плакать. Разве таких, как я, очень много, которые остались сиротами. Люди, которые приехали из разных стран, представители разных вероисповеданий, разных религиозных систем, разных культур, смогли найти общий язык и живут в мире и согласии. Среди них не возникают никакие обострения. Я думаю, что примеров подобного не было прежде в истории человечества. Такого еще в мировой истории не встречалось, чтобы представители разных наций проживали вместе в мире и согласии. Я считаю, что это стало возможным благодаря казахскому народу и его гостеприимству. Они не притесняли другие народы, а оказывали им всевозможную помощь.
Однажды мой отец говорит, приходил сосед Шамиль и спрашивал шкуру сорома. В тот год на сором мы зарезали корову. На сором мы обычно резали корову или лошадь. Спросил шкуру сорома. Мама поинтересовалась, для чего. Отец молча отдал. Оказывается, с этой шкуры, так как корова большая, шили обувь для детей с обычной шкуры. На ногах в то время не было носков, и поэтому шкурой коровы обматывали ноги. Сами они приехали к осени. Потом, когда выходили на улицу, эти дети катались. Когда они нас обгоняли, я плакала и говорила отцу: «Сделай мне такую же обувь. Бедный мой ребенок, так как им нечего одевать, поэтому они и одевают такую обувь, чтобы не отморозить свои ноги». В 1956 году было. Там строили теперь работающий завод. У нас взял отец это по визову там жить нас. И вот там мы замуж вышли, и дети родили вот этой самой девочкой. Гурьеве. Да, это я родилась, да. Родители познакомились с Гурьеве. Да, родители познакомились с Гурьеве, так отец мой тоже вот. И этот дедушка, вот они же были все там. Гурьевина, что я помню только последнее. В начале, конечно, они жили. Условий не было ничего, и в землянке жили. Как жили? Говорит, в землянке. Ну, раньше жили, мы так жили. После нам это завод строил, квартиру дали, это коттедж дали нам. Когда привезли Смаила с семьей, правду говоря, я была маленькая. Тогда я ходила в школу. У этой семьи ничего нет. Мама сказала: «Разве можем мы оставить эту женщину с маленькими детьми на улице? Пусть живут в этом доме с нами вместе». Вот так мама их и привела к нам домой. Медоев Георгий Царевич дважды лауреат, лауреат Сталинской государственной премии, вот здесь его эти самые. Он сделал первую карту Казахстана, первую геологическую карту Казахстана вместе с академиком Касиным. Георгий Царевич был депортирован, он из села Дигора, из Осетии. Когда он закончил школу, то как сирота, как детдомовский, поступил в Ленинградский горный. Там он познакомился с Касиным, с академиком Касиным, который работал в Казахстане. И он очень захотел с ним поехать на практику, в экспедицию, потому что в Казахстане был его отец и мама. И в 1932 году, будучи уже работая на территории Карлага, ему сказали, что надо ехать в Долинку. Долинка – это центр Карлагов. А ездили они тогда на лошадях, Касин его отпустил, и он поехал в Долинку. Приехал, говорит, что вот я такой-то, такой-то, у меня вот отец здесь, в Казахстане, арестован. Они говорят: да, был такой, неделю назад умер. Но он говорит: там посмотреть можно? Да, говорит, можете на могилу съездить. Вот по этой дороге прямо поезжайте и доедете до могилы. Он ехал на лошади и остановился около большого карьера, 500 метров в диаметре. Карьер был заполнен телами голыми, с биркой на руках, на руке или на ноге. И вот ему говорят, что вот здесь где-то, вот в том углу хоронили неделю назад, вот там где-то должен лежать ваш отец. Если хотите, можете спуститься и поискать. Но он, конечно, только плакал, не полез он в этот карьер. То есть он при них не плакал, просто постоял и поехал назад. И всю ночь, он мне рассказывал перед смертью, всю ночь, говорит, мы ехали по красивейшей степи. Была такая луна. И я плакал. Это, говорит, стыдно, говорит, нельзя, говорит, мужчина не должен плакать. Я никому об этом не говорю, кроме вас. А я плакал, потому что я приехала. И, говорит, чувствую, что кто-то рядом тоже плачет. Посмотрел, а по морде коня тоже бегут слезы. И с тех пор он так любил лошадей. Траурный митинг, посвященный памяти Иосифа Виссарионовича Сталина. Говорили, надо всем плакать, учителя. Ну, я плакать... Я не хотел плакать, честно признаю, я не люблю врать. Я не хотел плакать, я не мог. Ну, мне говорят, надо плакать. Ну, я говорю, ну, если
Ну. А какова была? Плакать, говорит, надо. Ну, я взял, наслюнил глаза и лег на парту, полежал. А взрослые как отреагировали? Ну, взрослые страдали, многие страдали. Как будем жить, говорит, теперь вождь. Вождя нету, говорит, как мы теперь будем жить? Вот такой разговор часто встречалось. Разговаривали таким тоном. Переживали, видимо, или не переживали, я не знаю, как у них на душе было. А на вид все относились к этому очень грустно. Вот не радовались, что-то все плакали, и мы плакали. Это я помню, в заводе были мы, почему-то плакали, что Сталин умирает. Что нам это давало, не знаю, Сталин, вот не... Сейчас, может быть, по-другому рассуждая, тогда плакали. Мы узнали, что это репрессирование, нас вызвали в прокуратуру и сказали, что вы, значит, уже, значит, освобожены. Так, уже больше не будете отмечаться. Так что мы же раньше отмечались все время. Два раза в месяц отмечались, а потом все отменили. Ну и потом, значит, написали вот это в Кузнецкую прокуратуру, нам ответили, и эти расписки дали, документы дали, что, значит, полностью, значит, освобожденно. Ну, у нас же были в паспорте, было указано, что запрещено передвижение. Потом паспорта нам меняли, значит, уже без штампа. Там мы были, значит, не имея права никуда передвигаться. А потом уже после, когда было, значит, реабилитировано, значит, нам документы дали чистые. Депортация – это одна часть изменения демографической картины в Казахстане. То есть очень много разных представителей разных национальностей приехал в Казахстан, но это только часть картин. То есть в Казахстане, если посмотреть на национальный состав населения, ну, в 30-м году, 30-е годы, и потом, скажем, 60-е, то есть огромные изменения. Ну, там и депортация, конечно, очень большой фактор, но это еще из-за целины, то есть приехали казахи, которые во время жута уехали из Казахстана, ну, и во время коллективизации, то есть очень много погибли. То есть общая картина изменения состава населения Казахстана, то есть, ну, сильно изменилась. Короче, нам повезло. Из-за самой простецкой казахской души мы, в смысле, выиграли, ну, жизнь на этой казахской земле. Потому что другого не дано. Во-первых, я хочу вам сказать, что мне очень приятно любое напоминание о Казахстане. Вот родина – это не аморфная какая-то. Родина – это как мать. Родина – это то, где ты получил, где ты родился, где ты состоялся, где ты получил образование и так далее. Для меня однозначно родина Казахстан. Исследование, которое сейчас мы проводим в Корее, посвящено тому, как и почему это случилось, и как люди, живущие в Казахстане в тот период времени, помогли корейцам, прибывшим с Дальнего Востока в Алматы, обосноваться и устроиться в Казахстане. Я хотел подчеркнуть, что мы благодарны тем казахам, которые помогли нам 73 года назад. 73 years ago.
Они помогли нам выжить в Казахстане. Конечно, кто-то сказал, мы позволим забыть о том, что произошло в 1937 году. Мы можем простить то, что они сделали. В глобальном смысле была военная ситуация. Но мы не должны допустить такую трагедию вновь в будущем. Это хороший урок для нашего молодого поколения Кореи. Если вы потеряете свою страну, если вы потеряете свою независимость, это станет коллективным разрушением своего народа. Ничто не может быть ценнее человеческой жизни. Для нас важно изучить прошлое, не забывать его трагические страницы и преодолевать равнодушие. Важно сохранить историческую память и передать ее новым поколениям. Нам, потомкам и наследникам той эпохи, нужно жить в дружбе и согласии.